Презентация нового альбома Доминика Джокера оказалась под угрозой срыва. Запланированное мероприятие должно было пройти на улице, но из-за шквалистого ветра и ливня все пришлось перенести на веранду. На днях при поддержке телеканала РУ-ТВ состоялась презентация второго альбома Доминика Джокера «Дежавю». Сам Доминик не любит слово «презентация». Артист хочет, чтобы все гости услышали новые песни в его исполнении вживую, а не на диске. «Дежавю», знаете, это, наверное, то, что я себя нашел. Прошлый альбом, он был полон социалки, хип-хопа. Этот альбом лиричный. За время подготовки альбома, 3 года, 4, я написал столько всего, и столько всего не могу сам спеть. А я не хочу продавать. Если раньше действительно была такая практика продажи песен, то сейчас вас ждет сюрприз. В этот вечер Джокер представил свой новый продюсерский проект «Калипсо». Эту девушку певец заметил на одном из телепроектов и спустя время подписал с ней контракт. Кстати, поздравить Доминика из далеких краев прилетела его мама. Как примерный сын, он посвятил ей песню в новом альбоме.